У общественности возникает множество вопросов по эффективности системы здравоохранения, проблемы которой вывела на первый план пандемия. Сейчас необходимо разработать четкий план по реформированию и модернизации системы здравоохранения. Конечно, мы принимали все необходимые решения в тот период. Были определенные упущения, мы должны об этом открыто говорить. Но наша с вами основная задача сейчас сделать так, чтобы больше эти события не повторились. Мы должны дать общественности открытую информацию по уровню смертности, а также разработать четкий план действий по реформированию системы здравоохранения с целью повышения ее готовности и реагирования на такие случаи. Также в рамках модернизации и оптимизации Новиков обратил внимание на то, что дальнейшая цифровизация реестров, ввозимых в страну лекарственных средств через единую систему, позволит защитить рынок от контрафактной продукции и исключит коррупцию в этой сфере. Еще одной важной частью сегодняшней повестки является вопрос вакцинации граждан. Мы с вами неоднократно говорили по поводу департамента лекарственного обеспечения и подходов, которые есть в мировой практике к регистрации лекарственных препаратов, а также дальнейшей цифровизации лекарственных средств через единую систему входа, складирования, дальнейшего распределения по странам, системы маркировки лекарственных препаратов, что позволит нам повысить качество и безопасность, а также защитить рынок от контрафактной продукции. И другим основным моментом. В этой связи, я думаю, что мы должны с вами сейчас четко выработать все подходы и подумать, как мы будем устраивать полностью дальнейшую работу, в том числе и в области вакцинации. На совещании Новиков рассказал о работе независимой комиссии. Это не наказание медицинских работников, которые героически противостояли вирусу, а анализ причин сложившейся ситуации в самый сложный период борьбы с COVID-19. Вопросы оптимизации системы здравоохранения должны рассматриваться в комплексе с работой, проводимой сегодняшней правительственной комиссией по оптимизации системы госуправления. И все основные подходы, они должны быть полностью согласованы с правительством. И они должны исходить из нескольких базовых принципов, в том числе в части цифровизации системы здравоохранения, максимальной доступности первичного звена системы здравоохранения для населения, а также полноценного учета персонального страхования и доступности к лечению и операциям, которые происходят в нашей стране. По итогам совещания Министерству здравоохранения даны соответствующие поручения для дальнейшей эффективной работы ведомства, а также скорейшему внесению соответствующего плана мероприятий. Нурбек Иманов, Арукия Мирдинова, АЛАТО 24.